Так, довольно интересный персонаж, короче, у нас тут. Я за ним зашел в слежку, он с респы рифы прибежал сюда за считанные секунды просто. Он то бежал быстро, то тэпался. Я, наверное, на всякий случай его ник скопирую, потому что он в любом случае получит бан. Но, видите, у него второй левел, у него уже в руках ган. Есть нехорошее предположение, что чел, скорее всего, ну, типа, страдает херней на сервере. Так, куда он бежит? Пока просто рядом носится, что-то дигл спрятал. Вот даже не знаю, типа, что от него ожидать. В основном такие челики просто разносят, включают какой-нибудь дамагер и просто всех сбривают. А этот пока просто ходит. Может, он их знает, кстати? Как-то, знаете, рядом стоит. Блин, его пока сбивают все. Рван 449. Ох ты. Интересно, интересно. Ой, там еще и плюс сэшер какой-то появился. А че ты так носишь? Это 568. Это что такое? Так, мне надо за всеми усмотреть просто. Шо-шо-шо, так, ладно, к нему вернемся. Нам нужен вот этот вот тип. Так, он, походу, тестирует свою стрельбу или что? Во-во-во, пошел тэпаться, пошел. Вот я не понимаю, куда он направляется. Постоял там у типов, никого не тронул. Теперь бежит на респу грув, что ли, или куда? Сейчас, конечно, узнаем. Так, нет, не туда. На него давным-давно должны были репорт написать, но почему-то этого не сделали. А я случайно вообще ПВХ его заметил. Вообще случайно абсолютно. Ну и что ты делаешь, и куда ты? Ну бегаешь ты тут. Не, я понимаю, я мог бы уже прямо сейчас его снести, просто у меня есть предположение, что он использует какие-то жесткие читы. Как он там прописал рванка, что-то там еще. Поэтому банить на 30 дней тоже нет смысла, я по IP сносил. Ну, странный челик, реально странный. У него, скорее всего, наверное, и скиллов-то нету. Типа, зачем ему скиллы на аккаунте, который с щитами? Типа, очевидно, что он... Ну да, без скиллов, очевидно, что он будет забанен. Он это и сам прекрасно понимает. Вот он пробежал около многих типов, и никто, говорю же, опять-таки, не написал на него репорта. Репорт сейчас разбирают только так. Опа, залез. А это что, рокботик бежит, да? О! Ну, видно было, что он пострелял очень быстро, без сбива. Так, что-то встал. И шо? Он этот аккаунт купил или только зарегал, типа, и прокачал? Даже не скажешь. Ну, он пытается стрелять, только прям максимально нелепо, потому что и без скиллов, да еще и с щитами. Ну, вот куда? Ну, смысл? Хорошо, ты там слил бомжика, который просто там бежал. И то это, скорее всего, был рокбот, но не суть. Ты бы нам хоть какие-то фокусы показал, что ли, а то ты просто бегаешь. Скучно, что ли, даже на тебя смотреть. Так, кого-то, походу, заприметил. Дигл достал, начинает стрелять. Один раз даже попал. Но, скорее всего, чел играет даже без дамагера. А просто с каким-то недоклео плюс С, блядь, или что. Зашел просто поубивать, да? Ох, крутой. Базару ноль. Ладно, хрен с тобой, я тебя тихим баном просто забаню, да и все уж. А то ты какой-то недочитер на самом деле. Скачал какие-то телепорты там, бля. И все. Камни. В почках? Видимо, да. Ладно, давайте по килл-листу посмотрим, что у нас там происходит. А, кстати, да, 7-5-4. Мы же за каким-то челиком еще заходили. Так, я забанил 484-го. А кто-то там еще был. Помните тип, который быстро бегал? Блин, я пропустил. Я забыл его ник просто. Эх, ладно, не повезло. Не повезло. Забыли, короче. Вернемся вот к этому челику. А, смотрите, пятый левел. Так. Ну, я так понял, у него скиллов нету, потому что он сейчас так шел, знаете, типа, ну... Как обычно ходит без скиллов. Да, скиллов у него нет. И мне вот интересно, что он будет делать. Потому что это пятый левел, опять же, от него тоже много чего можно ожидать. Он стреляет. И... Он стреляет без этих... Без скиллов. Фига ты гений. Так ты с щитами играешь, походу. Ну-ка, что ты тут задумал? Если бы он стрелял бы с эмки, то он бы стоял на месте, без скиллов. А тут он, интересно, будет ли двигаться там или с дигла. Сейчас узнаем, в любом случае. Так, ну пока просто стоит. Сел в машину. Гениально. Е-то я ем. Шо? Я Трамп. О-о-о, тогда понятно. Ну, в принципе, неудивительно, что он сюда пришел. Тут тоже какой-то чел с Трампов. О-о-о, нифига себе. Ну, пофастил. Молодец. Дура. Ну, тут сложно сказать, типа, ну, как бы, да, очевидно, что он с читами играет, но... В принципе, даже неудивительно, потому что это Трамп, и, блин, там многие софтеры. Ты разносишь ствинков тут? Погодите-ка, это что, чел, которого я банил, что ли? Просто играю. Просто играю с читами. Ну, короче, придется вар, наверное, выдать.
Дапа все аккаунты мне снес, ну да, я так и понял. Понятно, все три, а у него их три, основу, твинк. Надо бы по логам потом почекать, блин. Ну и еще один там, пришлось новый создавать. Ну, тогда прокачивай его, заново что ли, я не знаю. За плюс С у нас варнет, уж сори. Так, идем дальше по килл-листу, тут походу баллос разбушевались. Опа, чел просто затыкашил и кого-то еще и слил. Хотя он вроде просто стоит, пончик. Ничего особенного. А хотя не, вот начиная сразу стрелять по челику еще из плюс С. Ладно, давайте чекнем историю наказаний. Да ты обалдел, ты походу по всем ДМишь, слышишь? Эй, гений. Так, ДМ есть у него, ТК. А, ну его уже посадили. ДМ тоже, ну короче, да. Появился какой-то новичок. А кстати, да, ник у него такой же был в принципе. Нифига себе, он 16 числа назарабатывал всего вот этого. Понятно. И вышел с демора сразу, типа, за бабки. Сука! Или что он кричит? Салам? А, ок, 400 кака есть. Буду выходить. Ну, до поры до времени, наверное, друг. У нас такая тема не работает. Что ты по машине сейчас стрелял? Зачем? Есть уже огромное количество примеров, которые постоянно дэмили, творили зичь, но, к счастью, недолго. Ну что, будешь еще то что-то интересное нам показывать или так? Успокоился. Ему чел говорит, ты бесишь. Интересно, чем он его бесит. А, ну да, это ж он на Сандкинге сейчас ехал и по нему стрелял. Зачем СК? Блять, еще С плюс С. Да иди ты в задницу, серьезно. Эх. А, ХЗ. Ладно. Как скажешь. Посиди, отдохни, что ли. Смотрите, айдишники-то похожи. Теперь 291. Зашел в игру. 4-й левел. Затыкашил своего. Сильно, сильно. Но новички новичками, они часто творят всякую дичь. Если это типа, ну... Как правило, новички делятся на два типа. По большей степени это реально люди, которые мало играют в самп, там, или только-только пришли на сервер, ничего не знают, да? Либо же это уже типы, которые просто создают твинки, и с них уже разносят, там, дэмят или читерят. Но этот, походу, просто новенький. Судя по поведению, опять же. Ладно, пускай едет пока что. Там 608 говорит, меня дебэшат. Кто тебя дебэшит? Фига, у меня варнинги в чате пошли. Надо, походу, в игру перезаходить. Я просто не вижу машин, которые бы тебя дебэшили. Или это чел на мотоцикле тебя пытается задебэшить. Блин, реально, у меня такие варнинги полетели. Надо реально перезаходить, короче, в игру. А то я сейчас вот-вот крашнусь и... Смысл. А, он еще и с мобайла играет. Вообще безобидный чел. Че его трогать? О, сказали, что 264 якобы спидхак. Сейчас проверим. Ну, типа 25-й левел. Блин, реально бегает быстро. Ну, скорее всего, возможно, у него баг. Типа с бегом СиДжея. Наверное. Я не знаю. Но бежит он так нормально на самом-то деле. Э, ты шо, куда? Как, ну ладно. Ок. Ну скорость не маленькая, но скорее всего это просто баг. Так, это что такое? Ах-ха-ха-ха. Как я умер-то? Я не хотел. Ё-моё, а как ты? Что? Я случайно попал. Да. Ты в машине сидел? Да. Ладно, хоть не специально задэмил. Я вот в машину стрелял. И ушел. Понятно. А, ну да, в принципе, он пропал. Это очевидно. Там, кстати, опять балласы какую-то херню за ним. А, чел уже вышел. Или его заварнили. Да не, не варнили. Потыкашил, ушел. Ну-ка, 307-й грув. Опася. Шо? А ты как тут стреляешь-то? Тут что, тут ЗЗ нету? Типа, можно всех стрелять с дигла? Или чё? Ну, ко мне аж интересно стало, что это за приколы такие. А, так он тут работает, просто без формы. Фига гений. Ну, без формы это уже будет как ДМ, ты бы лучше это, надел ее. Блин, там на фоне кто-то болтает постоянно. Опася, что это за... А, я думал, он по кому-то стреляет, он просто так кого-то в стену фастит. Но в киллесте он кого-то слил, кстати. Может быть, ДМщик? Рот твой шатал... Сука, на вагоны летел чмошка. Извини. Иди нахуй. Все, чел пропал. Почему? Потому что. Так, что-то он остановился, короче, пока ехал. Мимо АФКшника. А не, все, тот чел ожил. Я уж думал, он дэмить хочет. Подвези. На чем нахуй? На раме. Видимо, да. Вот так. Попробуем, наверное, да? Он же выпадет, бля. Что за гений? Ты мне горник сломал. Блин, кажется, его штырит. Что с ним? Реально сломался? Не могу газануть. Я всего 10 тысяч килограмм вешу. Давай, запрыгивай. Не дает, сука. Короче, все.
типа встряли. Ах-ха-ха-ха. Ну, давай тогда пешочком. Это что, какая-то защитная система, типа, что нельзя это, возить людей. ИТ-408ДМ. Сколько можно писать? Ну, кстати, да. Я не раз заходил, а она что-то кого-то сливает тут. О, реально, кстати. За ней следят уже. Походу, ты сейчас получишь это. Деморган. Реально, типа, пилить дрова и это, и демить типов других. О, вот, пожалуйста, 2 часа демора. Чего? Лол, суть не знаешь, клоун. Да суть проста, надо просто подемить. Так, там Диана написала, что 9-й читер. Ну-ка. 112-й левел. Я сомневаюсь, что это читак. А, он, наверное, читер, потому что он тебя убил, да? Я правильно понимаю? Ну, короче, у них аирдроп, и он тут это... залез куда-то повыше. Так и что тут? Стрелять-то будешь по кому-то? Хоть покажешь нам какие-нибудь приколы-то веселые или так? Бегать бесконечно. Мне, может быть, показалось, а может быть и нет. Но где разброс? А, не, разброс есть. Небольшой, но есть. Что-то прям совсем какой-то небольшой разброс. Вот сиди теперь и думай, чел с читами играет или нет. А, он подъехал принципиально к этому уже чель. УЗИ? На аирдропе? Они разрешены разве? Вообще тут все с диглами бегают, с эмками. А он там типа с УЗИ слил. Погодите, мне еще показалось или не показалось 970-й? А, не, показалось. Я думал, он под этой... под картой едет. Шо-шо-шо, 627, каршот? М. Кого? ПЖ! Ну, у него баг. Фига тачка классная, кстати. Форд Мустанг. Прикольная. Надеюсь, он ее не изуродует какими-нибудь винилами. Так, ладно, 683. Что там за стрельба, брат? А, я уж думал, ты в стену стреляешь. Точнее, через... через пол, через землю. Все, тип собирает. Выиграл. Ого, а что ты тут забыл? На респе. Болос. Ку-ку, Бебросквад. Ты Монлайт. Как дела? Шикарно. Мне интересно, он дэмил того типа или нет? Блин, я не видел, к сожалению. Но я надеюсь, что нет. За что убили типа? Ах-ха-ха-ха. Не дебэшил бы. Ну так-то да, он, конечно, дебэшил. Но это было странно с его стороны. Потому что он просто врезался в ковш, который там спереди. А девятый-то раздает, кстати. Еще из диглов. Ни хрена себе, чел. Плюс цекает. Еще и с аксами на урон на притоне. Ладно. Придется тогда это. Аксы, притон, слэш, плюс С. Удачи тебе, мистер. Ого, какой репорт интересный. Как сделать Russia язык на ПК? Russia язык на ПК? Найдите информацию об этом в интернете. Но как он там найдет? С таким транслитом. Знаете что? Тут А, все, заспавнили ему тачку. Чел, короче, врезался жестко с ковшом своим. Но почему-то, как мне показалось, по крайней мере, у него не снималось ХП на тачке. Сказали, что это читер. Ну, вполне возможно, кстати. Третий левел. Только какие у него читы. Блин, пацаны, опять не пишите ничего. Жалуйтесь, а админы должны как-то сами догадываться. Типа, ну, наверное, у него там выход из игры. Или что? Офигенные читы. Кого? Зачем? Уйди! А что это такое? Зачем она летает? И почему он лежит? Что-то я не выкупаю. Что с машиной? Почему ее... А, все. Успокоилась. Ладно. Вот смотрите, 2 одинаковых машины. Вот Ники вот этот вот. Или это. Не знаю. У нее 1200 хп. И вот тот самый чел. 935. Стоит просто, как ни в чем не бывало, 1500 хп. Как насчет того, чтобы они потратились? А, ты еще и с заглушенным двигателем у нас ездишь? Серьезно? А ну вот он там чуть-чуть подтаранился. ХП не снимается. Слушай, ну ты гений, конечно. Ну-ка, давайте-ка я перезайду еще раз спек, чтобы точно удостовериться. Обновляем. Двигатель заглушен. Реально, тип просто это... Вот он там прям жестко пытается въехать. Въехать. Но у него ГМ-кар. Вот, его даже ковшом подзадели. 1500 хп. Типу абсолютно плевать. Даже у той уже 1000 осталось, у Ники. Как ты это делаешь? А может быть тут в принципе движок всегда заглушен? Ну-ка, 301, у нее что? А у нее?
тоже заглушен. Но она не ездит вроде никуда. Ну-ка, прокатись. Может быть, это не в этом дело просто. Может, специально тачки такие с заглушенным двигателем катаются. А, не, хотя там еще один есть такой чип, челик, 170-й. Ты шо? Тоже заглушен. А шо вы все движки-то позаглушали все свои? Пацаны, вот 935 мне не нравится совершенно. А ты-то хоть прокатись. Пожалуйста. Бля, я даже не знаю, что и делать. А, вот, поехал. Заведен, смотрите, едет заведен двигатель справа. Все. Возвращаемся к тому челику. Где он там? У него заглушен двигатель. Давайте еще раз проверим, будет ли он двигаться с заглушенным движком. Ну вот он двигается, смотрите. 30 минут решил заехать в этот, в гараж с заглушенным движком. Но это гениально, конечно. Давайте поболтаем с ним. Привет. Салам. Зачем с щитами играешь? Это из-за того, что тараню? Да нет. С какими? С заглушенным двигателем ездишь и ГМ-кар. Зачем оно тебе? Это сборка друга. Это не оправдание. Погоди, сборка друга. Слышишь, сборка друга? Я не шарю во всем этом. Да-да-да. Ну-ка, 935. Сборка друга. Ты с лаунчера играешь. Мне понравилась сборка друга. Из-за того, что FPS много. Ты с лаунчера играешь. Какая сборка? Он мне скинул. Там через модлодер. Или у тебя что, эмулятор? За это же бан. Нет. Ну, я видел тебя с читами. У него сборка через модлодер. А, ну это-то понятно. Только ГМ-карта при чем здесь? Я же говорю, я не шарю. Ну, скажи другу спасибо, что он тебя подставил. В сборке были папки Клео, Мунлодер, сам функции модлодер. Да мне-то это зачем? Ты с читами играешь. Придется банить. Удаляй, короче, все. Я могу что-то сделать. Да, удалить. Только не в бан, умоляю. На один день. Удаляй читы. Ну дай налоги оплатить, умоляю. Ладно, дадим ему налоги оплатить. 40 минут. Но тут ничего не сделаешь. Но тут я не виноват. Я не буду ждать 40 минут. Осталось 5 минут. Я играл 34 минуты. Ладно, хорошо. Подождем. Что? Тут, короче, он говорит, куплю карту VIP-клиента, и чел говорит 500к и кинул ему трейд. Она как бы делается не по трейду. Она же это, командой выдается, если чё. Все, я 12 минут почти ждал, чтобы он оплатил свои налоги. Это просто жесть. Короче говоря, он все сделал, наконец-таки можно его забанить. Я просто сидел и смотрел на экран, ждал, когда он наконец-то сможет сделать. Ладно, все, давай. Я не понимаю, почему 735 столько киллов дал, это что? Это ты хочешь сказать, что ты в этом? В ТСРчике людей разносишь, что ли, или чё? Судя по килл-листу, опять же, это все разные люди. Пятерых просто так зафигачил. Ну, хотя сейчас он просто бегает. Ладно, идем дальше. Кто там? 665, это что? Ты где? А можно мне посмотреть? Что ты в невидимке, что ли, сидишь, или что? Он не в АФК. Слышишь, господин? Что за прикол? Еще кого-то слил, кстати. Так-то я замечал, что он еще, типа, ну, фигачил. Ну, что-то я не понимаю прикола, еще раз зайдем. А ты где? Что-то я реально не понимаю. Я сомневаюсь, что чел бы на 91-м левеле играл бы с невидимкой, это было бы супер странно. Опа! Вышел. А, он что, на этих, что ли, был? На контейнерах каких-то? Или как? Что-то я сейчас вообще ни разу не понял. Такое ощущение, что чел реально был в инвизе, вот там стоял просто в инвизе. Не, ну погодите, если это реально так, то это жесть. Так, ладно, он пришел, короче, сюда, на эти контейнеры. Или что это? Наверное, они. Хотя, если знаете, мне кажется, может, он и не читер. Почему? Потому что, когда контейнеры, насколько я помню, выбиваешь, там типа, ну, там вот как-то камера меняется, и ты реально находишься в спектре. Возможно, чел реально на контейнерах был. И вряд ли с софтами какими-то. Но я еще чуть-чуть послежу, посмотрю, если ничего не поменяется, то, ну, как бы это, тогда фиг с ним. Короче, я не знаю. Я все еще слежу, но, скорее всего, дело в контейнерах. Я просто сомневаюсь в том, что чел бы на 91-м левеле реально бы юзал софты. Там опять трампы появились в килл-листе. А, ну ладно, тут хотя бы мероприятие какое-то. А то в последнее время они просто, блин, постоянно дэмят. 517-й дэмит меня уже. 5 минут. Ну, в килл-листе он есть, да. Возьмешь вверху 2, ебало сломаю. За шо? Это общее вообще-то. Я предупредил. Давайте напишем ему. Я тоже.
Офигеть. Главное, что не дымишь. А то куда тебе лишний варм-то, правильно? Сидел бы потом с ним. И смысл? О, опять тут массовое скопление людей. И неудивительно, что еще и ДМ. Охренеть, ты что там задумал-то, слышишь, 160? А, все, он уехал. С ковшами тут своими. Так, а это что такое? Ну-ка, погоди-ка, четвертый левел. Еще и в скине райдера. Коди, что? Выздоравливай, брат. Лечусь. Понятно. А можно к вам в банду? Да. О, это классно. Какой позитивный инвайт. Если лидер придет, примет. Я все сказал и ушел. О, понятно. Да ты ДМщик у нас. И что, и по нему еще постреляешь или что? Там кто-то написал в репор, что 308 с щитами играет. А какими? Сами догадайтесь, да? Как всегда, классика. Трампы после банов столько твинков создают опять. Evolution Trump. Так а какой чит-то, блин? Вот чел просто сел в тачку и поехал, как все обычные игроки. И что? Ну вы дальше продолжайте, короче, это. Такие репорты писать. Я пойду дальше. Вот этот чел только что слил зачем-то на респе двух грувовцев. Я только-только со спека вышел. Ой, там чел подошел, добивает. Все. Двоих слил, что ли, или что? Чел, а ну-ка не стрелять. Там тип, короче, в вип-чате пишет. Да я админов в рот ебал. Легкие дуры. Опа, мутик. 743. Ну, я не знаю насчет мута, но бан на один день можно. Да ладно, до сих пор? Мне кажется, ты тут живешь или чё? Как так-то? Ну-ка, погоди, сколько тебе выдали-то там? Миллион лет, что ли, в этом находиться? И за чё? Ну вот, его заспавнили за то, что он тут бьет. Ой! Ага. Так, короче говоря, у него тут забирали оружие. А за что его посадили-то? Отпустите! Кричит. Ну, короче, чел-то ДМил тут и скашил. Ничего себе. Это уже в этом... Это даже не то, что в этом году, это в этом месяце еще только вот, с 9 числа. Пожалуй, не надо таких отпускать. Пусть сидит. Думает о жизни, наверное. Так, тут тип кого-то задэмил. Скорее всего, с плюс С. Бля, мудаки! Короче, этот чел тоже в репорт написал и говорит, наблюдайте за мной, тут дэмит. Почему в этом месте вообще дэмит, я не понимаю. Тут же каждый свое дерево сажает, свое дерево выпиливает, если хозяина рядом, точнее, можно чужие, но только если хозяина рядом нет. Вы что, за чужие деревья деретесь или что? Если дэмил бы 483, то это как минимум ТК. А это уже варн. Но пока что его никто не трогает. Ладно, пускай пилит. Я думаю, что вроде как его никто не трогает здесь. А ты шо тут это? Граффити? Ого, тут все за это заделано. Прикиньте, на респе баллов, фу, на респе грув тип рисует граффити. Рискованный чел. О, кстати, там на фоне это. Мальчик лежит. Что-то я не выкупаю, кто по кому стреляет. Ты шо такое? Погоди секунду. 802, раз, два. Бога ради, если вам так нравится эскашить, то занимайтесь этим, только не у нас на сервере. О, смотрите, просто вот картина, блядь, просто пиздец. Смотрите на ник типа, и что он делает? Вот какое вы себе оправдание ищете, ёпта? Позор, реально позор. Evolution Trump. Какая тут Evolution-то? Там деградейшн, ёпта. О, челик-то опять тут, походу, сливает на респе. Ты чё тут это, как этот муравей-то на сладкое прилетел? Прилетел, ага, приполз. Пацаны, ебашьте его. Так, он начал по нему стрелять. А этот его сливает, что ли, или чё? Но он много раз уже насливал. Короче говоря, придется выдать двоим наказание. Раз им так нравится нарушать... Что-то чел зафлудил. СК, СК, СК. Ну да, 693. С ума сошел, походу, смотрите. И чё ты этим хочешь добиться? Ну, бьешь ты его, окей. И чё? Спрятался, надел броник. Ну, тут уже СК, грубо говоря. Оно запрещено в любом проявлении абсолютно. И в РП-ситуациях у нас СК не бывает. Я вот даже не знаю, наказывать его или нет, потому что по нему уже все стреляют. Причем он такой, довольно-таки честный. Типа чел стрелялся, зашел за угол, надел броник, прям не в бою, как какие-нибудь трампы там, да? А вот спокойно убегает.
Ну сейчас, конечно, так относительно в бою было. Заюзал. Такое ощущение, что ты дебэшишь, слышишь? Что-то я не присмотрелся даже. Да, 916 дебэшит. До свидания. Чё? 402. Ты шо, обалдел? Мне кажется, или ты тут искашить решил, да? С гров такой пришел гений. Ты смотри. Ну да, чел это самое, пришел поискашить, но в итоге, походу, получает люлей в ответку. Ну и стоило оно того. Я, конечно, предыстории не видел, может, они там какую-нибудь РПху отыгрывали, но слабо похоже, если честно. Нихера себе он слил. Шо? Куда? Зачем? Шо за ДМ? Тебе тип... Это чё такое? Нихрена там ёлок. Шо за мазохист там живёт? Охренеть. Ну да. Катается, дэмит. Бога ради. Ну вот чё он сейчас делает? Ну серьезно, зачем? Проехал мимо типов, которые реально сейчас там, ну, искали, пытались поймать преступников. Просто начал по ним дэмить. Как-то странно так стреляет, по всем попал. Ой, господи. Вот, знаете, многие очень часто мне писали о том, что некоторые мои ролики, возможно, постанова, а именно шорты, в которых участвовал вот этот вот персонаж. Потому что он столько раз нарушал, вот просто столько раз чел нарушал, что, ну, реально всю его историю наказаний на одном листе не напишешь. У него там буквально считанные 2-3 дня, и история наказаний меняется просто по новой. Обновляется по КД. Вот смотрите, история наказаний в этом году с 14 января. Я ролик снимаю этот, чтобы вы понимали. 19-го, с 14 по 19 он наполучал себе кучу всякой херни. Тут, конечно, есть всякие муты там, ну и прочая херня. Ну да, есть тут 1-2 мута. А так, тут видите, варны сажают по КД. Он вечно нарушает, он творит дичь на сервере. И все его приспешники, которые тоже находятся в трампах, ну не все, конечно, там есть, конечно, и спокойные игроки, я таких замещал, но по большей степени просто творят какую-то дичь. Как и сейчас, просто проехал мимо, начал дебэшить, потом задэмил и все. Я вот честно не знаю, что с этим делать, но я уже разговаривал с главным администратором нашего сервера. Она как бы не углублялась особо в его наказание, потому что у нее свои как бы там обязанности. А я как человек, который просто регулярно замечает за ним нарушения, вот я реально зашел, просто смотрел за ним, и он сразу начинает творить какую-то херню. И чтобы вы понимали, вот еще раз откроем историю наказаний. Чел только-только вышел с Диморгана, 2 часа сидел. Вышел и сразу же нарушает. Сначала дебэшит ковшом, потом дэмит. Короче говоря, я не знаю, чего он добивался. Последний год, может больше, я не знаю, или чуть меньше, но чел регулярно нарушает, и, видимо, вот он этого хотел, и нужно это уже делать просто, потому что все. Короче говоря, я заношу его в ЧС, и его второй аккаунт тоже, потому что все, ну это реально перебор. Если ему так нравится, то бога ради. О, все, чат полетел. Ладно, давайте еще в офис забаним его второй акк. Люди пишут в чате, наконец-то. Да, покрутой, молодец. Ладно, сносим, короче говоря, и второй его аккаунт. Но, видимо, тип просто доигрался, все. Я его, на самом деле, очень много раз предупреждал. Я его однажды мог забанить навсегда за то, что он пытался с твинка разнести ЦР. Но не стал его банить навсегда, только на 30. Затем были моменты, когда он массово дэмил, я тоже его банил там дней на 15. Вот буквально недавно этот чел тоже получал за многократные нарушения бан. И на этом, на основе и на твинке. Но он вышел и по новой начинает нарушать. Поэтому тут уж только так и никак иначе. Насчет его Фомы, там тоже очень много претендентов. Недавно тоже некоторых сносил. Один за 4, это самое, сидит в бане там пока 10 дней. Ну, уже парочку отсидел. Есть также чел, который вчера дэмил, я его заварнил, он перезашел, начал оскорблять мою мать. Ну и, короче говоря, я его тоже на 30-ку снес, потому что, ну, терпеть это никто не будет. Пусть они пишут жалобы, там уже предоставим абсолютно все доказательства его нарушений. Просто огромный лист с выдачей наказаний, пусть подумает.
Ну что ж, ребята, как обычно всем напоминаю о том, что данный ролик снимался на сервере Arizona Saint Rose. Я играю только здесь, и если ты хочешь попасть ко мне в видео или в мою полностью прокачанную семью на сервере, ну или просто встретить меня в игре, то прежде чем сюда идти играть, помни, что тебя ждет очень крупный бонус. Смотри, если ты укажешь при регистрации мой ник вот так и всего лишь на 5 уровне промокод хэштег DAPO, то за эти два простых действия ты получишь больше 1 000 000 вирт на руки, и на начальном этапе игры тебе эти деньги очень пригодятся. Поэтому, если что, скорее заходи, играй вместе со мной, я уже на сервере и каждого из вас с огромной радостью жду. Ну а в прошлом ролике побеждает вот этот вот игрок, напиши мне, пожалуйста, в инстаграме, ссылочка будет в описании. А сегодня опять конкурс, и разыграем мы 3000 АЗ монет. Чтобы их выиграть, нужно просто быть подписанным на мой канал, поставить лайк на этот ролик и в комментариях оставить свой ник на Arizona Saint Rose. И опять же напоминаю, аккаунт может быть абсолютно любой, даже с самым первым уровнем. Можете прямо сейчас зайти на сервер, зарегистрироваться, начать играть, развиваться и уже спокойно участвовать в конкурсе. Поэтому я всем желаю удачи, с вами был как всегда Дапо, спасибо за просмотр и всем пока.